Привет всем, с вами снова Висконти, и мы продолжаем Far Cry 4. Сейчас посмотрим, что нам тут надо делать. Нам какая-то метка стоит. Насколько я помню, нам нужно спасти этого мужика, который нам тут обезьянку заставляет нам воровать с Гималая. Там медведь. Там тигр. Полный зоопарк. Вон медведь. Побежали. Тигр, похоже, вот с этими разобрался. Потому что он, по-моему, отсюда бежал. Кто где? Слишком близко, потому что пришлось убить его. А там смотрите, сколько волчар. Прямо тут, блин, это зоопарк. Так, денежки, денежки. Денежки нам нужны. Раньше были нужны деньги в жизни, сейчас деньги нужны и в играх. Ни хрена он, блин, подъехал и, блин, такой, блин, дядь наглый. Так, у нас там что, аванпост? Я не знаю, он у нас взят, не взят. Потому что я хочу сначала там, наверное, захватить его. Так, пещеру вижу. Пещера. Какой-то храм. Сейчас нам скажут, вы открыли. Кто-то, кто-то. Конечно, это нехорошо. Убийство в храме. Так, нет, зачем мы заменили? Так, там еще какой-то ход. И че? Я вижу какое-то письмо на карте. Но где-то здесь. Блин, нахрена я? Я его обыскать хочу, просто обыскать. Так. Найдено потерянное письмо, одно из 20. Короче, почту России завалили. Пенсию хотели отобрать. Ладно, почему-то у нас не открылось, что мы что-то нашли, что-то открыли. Так, где дым? О, вижу. Игра, я думаю, очень длинная, поскольку мы открыли еще вышек, то совсем ничего. А у нас уже 12-я серия. 13-я даже, 13-я, да. Так. Лук есть? Есть, отлично.
Нужно просканировать. Так, наш, не наш. Нет, не наш. Там у них должен быть тигр. Слышу тигра. Сейчас мы его завалим. Тут его не должны, в принципе, увидеть. А вот это был риск. Я же говорю. Слона мы, конечно, освободим. Это же наш Джамбо. О, это охотник. Это да. Убьем, не убьем? Нет, не убьем. Твою мать, слинял. Так, ну нас, похоже, увидели. Давай, мы же попали. Должны были попасть просто в него. Блин. Как сломать эту штуку? Идем на подмогу. Так, надо отсюда по дороге свалить. Кто приближается? Все, а мне это ваша помощь. Ну, если сейчас здесь же окажемся, то о, слоника отпустили. Привет, Джамбо. Тормози, мы на месте. Ну что, поедем спасать этого дядьку. Что случилось? Я бы еще собрал свои стрелы. Потому что я тут, блин, много использовал. Так. $46 000 продали. На 30 купили. Так, это куда дверь? Пока мы не можем помочь животным, а потом будет поздно. Это ужасно. Лучше не думать об этом. Главное, что мы освободили Джамбо. То, что мы захватили аванпост, это как-то... Он где-то тут гулял. Джамбо.
Пошли. Прогуляемся с тобой. Вон тигр. Не, нас все боятся. Давай его. Рычит, сволочь. Крокодил? Я впервые вижу крокодила. Блин, я хочу его шкурку. Где? Короче, просрал, похоже. Да я знаю, ёпта, тебе не нравится убийство. Что делать? О, нет! Торговец, ты нам не нужен. Он нас испугался. Боги! Нас все боятся. Так, здесь мы, по-моему, были. Слон, наверное, самое безопасное транспортное средство. На него ни носороги не кинутся, никто. Так, тут у вас ничего нету. Тут что-то еще. По-моему, мы тут пролетали. Да, вот когда мы убили прошлой, по-моему, серии снайпера, как раз таки здесь, с вертолета. Вышка красная. Мы туда, по-моему, летели. По-моему, мы ее должны были освободить. Ну, сейчас я не пойду ее освобождать. У нас сейчас другое задание. Найдите Хёрка. Так, ладно, я тебя, наверное, Джамбо освобожу. Дальше я сам. Как-то он не смотрится среди березок. Вон он наш Хёр. В принципе, ничего сложного не должно быть. Их всего 4. Нет, вон еще один. Разделывает тушку. Ты будешь первым. Еще вижу одного. Это этот охотник. Видите, я его пометил, а он уже не помеченный.
Остановись. Вот, давай. Сучка, не долетела, что ли? Но они меня пока не видят. Вон еще один. Тебя снимем. И тебя надо снять. Конечно, лучший вариант — это снайперка сейчас с глушителем. Сука. Да хрен я сбежал, блин. Вот тебе сбежал. Сучка, ушел. Так, ну по-моему их трое осталось. Блин, промазал. Вот стой так. Вот так. Что, наверное, спустимся, да? Может, даже на джамбо. Небольшой обходик сделаем. Он нас ждет. Да? Какой красавец. Так, ты тут не сможешь, да, спрыгнуть? Если бы ты еще мог кустики брать и обыскивать противника, это было бы вообще круто. Ну там еще аванпост. Знаете, я думал, будет сложнее с Херком с этим. Достаточно все просто прошло. Куртки. Куртки мы брать не можем. Вот там еще слон. Давай мы сначала слона освободим. Этот хер подождет. Мы можем, нет. Так. Я хочу тебя освободить, блядь. А взрывать я боюсь. Взрывать я боюсь. Давайте попробуем на слоне, что ли. Он ведь тоже может ударять. Так, давай, пошли. Тебе подругу освободим. Так, чё, ни хрена что? Так чё, а как ударять слоном? Блин, я же хочу освободить его. Нет, 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 ты не прыгай, не прыгай. Давай, освобождай. Это же, блин, для тебя. Или мне придется использовать взрывчатку. Класс. Что у нас есть? У нас есть C4. Давай попробуем. Ни хрена. Не, что-то это не отпускает он его. Ты не знаешь, что?
Может, Хёрк знает? Блин, закрыли, а? Давай мы тебя освободим. Ты мне теперь тату, братан. Знаешь, мне жаль обезьянок, но эти тупицы и другим зверюшкам вредят. Ты хочешь спасти всех животных? Нет, только слона. Он заметный. К тому же, один спасенный слон засчитывается за многих мелких тварей. Ну, например, за 500 обезьян. А чё он лежит тоже? А я освобожу слона. Мы идем с севера. Подкрепление? Какое подкрепление? Я не понял. Так. Не, вот это совсем... Давайте подождем подкрепление. Слышу, слышу. Я убью тебя. Я не хочу, как бы я и говорю, что что-то, блин, слишком просто. Тихо ты, блин! Давай бомби их нафиг! Джамбо, че не помогаешь? Кто стреляет? Еще одного. Так, и чё? Ну, надеюсь, больше никто не придет. Мы с тобой залезаем на Джамбо второго и сваливаем отсюда, размахивая пушками, как ковбой. Это тоже мальчик. Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем. Надеюсь, он сейчас в лучшем цирке. Что? Забудь. Давай, слушай, я не помню, чтобы мне говорили, что слона зовут Джамбо. По-моему, я его сам назвал так. И действительно, их так зовут. Будь другом, помоги, а? А? Вот так. Так, знаешь что, хватит с меня. Ох, он его обнимает. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца, а ты так из-за одного члена разорался. Да, игра с приколами. Твой член меня не волнует, а вот борода колется, не тычи в меня. Да. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Его убери. Не вопрос. Его убери, вот так вот тебе, вот. Я думал, ты давай. Поведешь. Планы изменились. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Сзади, кстати, членом. Твоя тоже ничего, есть свой кайф. Что-то не то сейчас сказал. Извини, если что. Вот так вот вам, бля. Так, и вам сейчас, блядь, пизды дам. Без патронов нет веселья. Так. Тут что у нас закрыто? Тут, скорее всего, мы не пройдем. Давай вот так вот. Куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? Игра, по-моему, вот эта именно серия достаточно интересная. Мне нравится. Шуточки такие. Еще враги, братан! Так. Вижу, 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 вижу. Уже нету врагов. Нет, есть сволочи. По-моему, отлично все. Ах ты, слон спрыгнул. Давай, Джамбо, отсюда выбираться. Надеюсь, у нас хватит снарядов. Только крови. Вот тебе, бля. Так, нам туда, кверху, да? На вот, держи патроны, чувак!
так давай. Вот тебе, бля. Кто живой? Вроде никого нет живо. О, враги, отлично. Ах ты, суки. Ребята, вам слишком много платят, что ли, что вы, бля? Идите на смерть. Мультиубийство. Да. Крови много. Ищите. Используй их с толком, брателла. Ты про патроны, что ли? Так, давай слезем. Я тут вижу. А мы не можем слезть. Чёрт, нам куда? Наверх, в гору! Статуя где-то там, в пещере! А мы опять какую-то обезьянку, что ли, ищем? Давай вот этот стоит. Вот тебе, блядь. Хоть ты бронированный. Мультиубийство. А там носорог нам помогает. Надо еще его как-то враги, тоже. Мы, по-моему, его называли. Дошли до контрольной точки. Черт, прям на жопу приземлился. Выживешь. Откуда тебе знать? Ты что, врач? Ты эксперт по вопросам выживания после падения со слона прямо на задницу? Да хрен там! А так... Надо ну, будет у тебя хвостик, я твою мать. Как же мне плохо-то, а? Ух, так, ну, вроде получше. Может, ты и прав, может, и выживу еще. Да, вроде я живой, все типа в порядке. Извини, был напуган. И что дальше? Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. В смысле? Так, вижу. Так, еще. Ах ты, сучка, носороб. Джамбо, стой. Носорог на тебя не полезет. Вот так вот вам. Не, носорог нам однозначно помогает. Ты сучка, давай его. Давай вот этих тоже. Да, кто у нас там? Ну, блин, носорог молодец. Вот, идите вот. Жарьтесь. Кто-то где-то едет. Давай его, во. Отлично. Так. Тут столько бабла лежит, блин, я не могу слезть. Давай, ты можешь подняться? Да, мы поднялись. Эй, соусом не хочешь приправить? У нас тут охрененная банья старого доброго соуса. Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк, но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания. Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает планету слонов, или Джамбо Конга, или там царя слонов. Все сплошь про обезьян. В общем, как найдется последняя статуя, тут я им и устрою. Тату, братья, два, возвращение Хёрка. Окей?
Да. Я знал, что ты со мной. Вместе навсегда. Родственные души, да? Найти Киры. Так. Задание выполнено. Отлично. Ну что ж, на этом серию закончим. Увидимся в следующей. С вами был Висконти. Всем пока.